Жилье для специалистов. На станции Демьянковского района ведется строительство 65-квартирного дома для работников железной дороги. Рядом с многоэтажкой обустроят парковку, детскую площадку и обещают даже теннисный корт возвести. Ввести в эксплуатацию дом строители планируют в декабре этого года. В первую очередь жилье получат машинисты тепловозов и их помощники. Сегодня, конечно, учитывая стабильность заработной платы и ее размер, наши люди, наша молодежь в основе своей поступают в какие-то железнодорожные колледжи, институты. И суть-то в том, что наши доморощенные детки, детки, которые получили вот это образование железнодорожное, имеют шанс получить жилье.